так, я начинаю 2022 год, начинаем подготовку на сезон, первая тренировка. Так вот вкатываемся, чтобы вам было понятно, с каким усилием я справляюсь в текущий момент с весами, и вы наблюдали прогресс, который неизбежен, как вы знаете. В моем случае так точно. В этом году не планирую каких-то стартов до Всемирных игр. Наконец-то тот сезон, когда я могу себе позволить отказаться от любых отборов. Федерация России, пауэрлифтинг России и Федерация пауэрлифтинг Москвы дала добро на это. Так что буду готовиться на Всемирные игры. Если вы смотрите это видео, значит, оно есть на Ютубе, где на моем канале я услышал комментарий, как же он говорит о каких-то результатах, когда на видосе, который ставит главное сейчас на канале, про мою выставку, работу и тренировку в Москве. Так вот, собственно, вот вы все можете посмотреть. Реплика к тому, что кто не разбирается в тренинге, тот может все время спекулировать на каких-то весах, кто как поднимает. Вопрос именно в пути, чтобы вы могли посмотреть, как набирается форма. В моем случае это полноценные 6 месяцев. Надо выигрывать всемирные игры. Для этого нужно собрать все ресурсы. Главный ресурс времени у меня сейчас с точки зрения периода располагает. Дальше я буду делать все, чтобы набирать ресурс времени в локальном статусе. То есть работать и по восстановлению, по тренировкам полноценно. Чего не было достаточно давно. Так что приседания, 275 килограмм, вкатка. Что тут смотреть, новогодние праздники. Безумный Макс. У каждого будет свой безумный Макс. Сука. Что, вы как-то отпустили? Ну, немножко нецензурной брани. Так это какой будет, блядь? Четвертый. На тесте черных бутов СБД. Давай, давай, сейчас все будет. Давай, давай, 3-4. На штанге 405 килограммов работать будет чемпион Европы Максим Прохор. Активнее, активнее, активнее! Встаем. Чтобы рассказать всем, как выглядит модель форвард. Какого года? Я думаю, 71-го года рождения. Нет, эта форма выглядит замечательно. Сан Саныч, почему ты без носок? Ты так на улицу пойдешь? Да. Понятно. Так и живем. Перебиваемся со сланцев на пуховики. Тут сосед получше, Максим Прохор. Да, готовится Максим Прохор. На какой чемпионат? На все. На все. Максим Прохоров решил пойти на все. Почему на все, Максим? А он, главный конкурент отдыхает, надо воспользоваться этим. Чтобы отобраться на международные старты? Да. А все, я так подозреваю, и жим лежа? Ну, это как пойдет. Куда пойдет? А подъем на бицепс, конечно. Подъем на бицепс? Да. Вообще не рассматривал. Подумай, можно еще туда. Хорошо, я подумаю. Армрестлинг сейчас модно. Ага. Когда старт, Максим? По-моему, в конец января, начало февраля. Начало февраля. Остался ровно месяц. В какой форме ты пребываешь? Ну, форма, так скажем, не идеальная, но... Но ее достаточно. Надеюсь, ее хватит. Какие конкуренты у тебя будут? Ну, честно, не знаю пока. Не знаком? Нет, знаком со всеми, молодыми. Но кто приедет... Окончательной номинации-то нет пока. Понятно. Ну, давайте пожелаем Максиму успешной подготовки. Будьте активны в комментариях. Вот моя тренировка завершилась. Я пришел домой, проехав заранее мимо почты. И сегодня пришла посылка от Титана, от его представителя в России, компании Awful Lift. Большое спасибо за организацию доставки экипировки. Вот. Такой футболочки. Очень приятно. Ребята молодцы. Я не воспринимаю это как рекламу. Вы наверняка прекрасно знаете этот магазин. Он продает экипировку
для экипировочного пауэрлифтинга и амуниции для безэкипировочного пауэрлифтинга. Все, что нужно для занятий силовыми видами спорта с точки зрения одежды, амуниции, аксессуаров. Все, что нужно для того, чтобы быть в форме. На своем канале я, безусловно, всегда освещаю спортивное питание, потому что считаю, что не всегда достаточно информации в медиаресурсах. Более того, я и сам являюсь производителем спортивного и функционального питания, поэтому говорить о том деле, которым я занимаюсь, посвящаю, ну, никак уже не меньшую часть своей жизни, чем спорту, я думаю, это дело не зазорное. Поэтому будьте готовы, на моем канале будет всегда об этом информации достаточно много, при том, что на самом деле отзыв большой идет по БАДам. Мы являемся, не побоюсь этого слова, одним из лидеров российского рынка биологически активных добавок, необходимых для восстановления человеческого организма от после физических нагрузок и все, что нужно, чтобы опять же держать себя в форме. Сегодня все, но при этом могу показать, что пришла три кошечка со знаком России, пришла долгожданная рубашка, форму нам не выдавали с 2018 года, поэтому я очень поэтому соскучился по новой экипировке, всегда приятно выжимать профит из всех ресурсов, которые мне даны, в том числе новая экипировка, это, наверное, то, что может дать прибавку. СС-очка, экстримка 54-я, до этого жал суперкота, не буду осваивать СС уже экстрим. Интересно, как пойдет. Опять же, Velocity 52-й, очень надеюсь на длинные лямки, мне их не хватает. Я, наверное, не самый рослый пауэрлифтер, который есть, но при этом странновато, что не хватает длины лямок. Проверим, что с этим комбезом по ходу подготовки даем обратную связь. Пульсы и коленные бинты, то, что пойдет в тренировочный процесс. И вот такая открыточка. Всегда ребята молодцы, стараются. Одна федерация, одни правила, одна команда. Я подпишусь. Ребята, мы пашем в залах, мы выступаем на соревнованиях, чтобы продолжать свой путь, чтобы расти в результатах, ну и чтобы наш прогресс был неизбежен. С вами был Андрей Коновалов и его первый тренировочный день в новом 2022 году.